Доброе утро. Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к флебологу. Георгий – сосудистый хирург-флеболог. Стаж работы около 10 лет. Имеет первую врачебную категорию. Доброе утро. Здравствуйте. Как вы пришли в медицину? Мой отец врач-неонатолог, и с детства я наблюдал за тем, как он лечит пациентов. И с детства был восхищен данной профессией, и, можно сказать, это благодаря моему отцу. Почему именно такое направление? Сосудистая хирургия – очень такая тонкая, творческая работа, и приходится работать с мелкими сосудами, с артериями, с венами. И достаточно мало специалистов, которые занимаются данной отраслью. Собственно говоря, поэтому и привлекла именно эта профессия. С какими заболеваниями кровеносной системы чаще всего обращаются к вам пациенты? Это венозные болезни, артериальные болезни, такие как облитерирующий атеросклероз нижних конечностей, аневризмы различных локализаций, варикозная болезнь. Из-за чего возникает варикоз и передается ли он по наследству? Варикоз, одной из причин возникновения варикозной болезни – это наследственная предрасположенность, это образ жизни пациента. Например, такие профессии, как официант, бармен, там, где нужно постоянно стоять на ногах, либо сидеть, такие профессии, как программист. То есть эти пациенты уже автоматически входят в зоны риска заболеть варикозной болезнью. Также причинами варикоза являются беременность. Многие женщины после беременности они приходят к нам на консультацию. Как понять, что нужно пройти обследование? Нужно обращать внимание на симптомы. Если у пациента проявились такие симптомы, как отечность нижних конечностей, появились сосудистые звездочки, либо венозные грозди в области нижних конечностей, то это является уже поводом прийти на консультацию и начать обследоваться. Лечение – это только операция или есть какие-то другие способы? Лучше всего, конечно, заниматься профилактикой, побольше ходить, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. А если же уже пациент болеет варикозной болезнью, то основное лечение – это хирургическое лечение. Варикозная болезнь по современной классификации делится на 6 стадий. Соответственно, первую стадию можно хирургически не лечить. Остальные все стадии являются показанием для хирургического вмешательства. Что нравится вам в вашей работе больше всего? Больше всего мне нравится в моей работе помогать людям. Когда человек приходит с определенной проблемой здоровья и уже уходит здоровым человеком, то это большое счастье. Какой бы совет вы дали начинающим специалистам? Как можно больше работать, отдаться полностью своей профессии, по крайней мере, в молодые годы. И я думаю, что все получится. Главное – желание.